На что похожа работа на круизном лайнере? Меня зовут Евгений Кудряшов, и у меня есть ответ на этот вопрос. Это отличная возможность заработать и сохранить деньги, получить бесценный опыт и увидеть мир. Мои впечатления от этой работы, приключения, а также интервью с другими людьми вы найдете в этом видеоблоге «Моя круизная жизнь». Не падай духом, где попало, еще ведь не хватало этого мало, чтоб жизнь свою дорогу поменяла. И если уж тебя почти совсем не стало, быть может, это лишь начало, чтобы оно не означало. Попробуй вспомнить то, что раньше выручало, когда души было мало, но все же что-то помогало. Глубоко вдохни, ни много, ни мало. Жизнь порой любого шатала, а позже отпускала. Было и то, когда любезно щекотала, иногда выдает такого, что, возможно, от себя не ожидала. Крутила, метала, кусала, попускала, позже возвышала. Никогда не забывала, гнутый пряник, гнутый пряник. Не нужна паника, от причала до причала понемногу жизни пробегала. Если же твое сердце еще стучать не перестало, попробуй все начать сначала. Не падай духом, девушка.